Вот Игнатий Игнатьевич выходит. Пошел за водой утром. Каждое утро он ходит за водой. Ну не каждое утро, бывает через день только. Вот он пошел возле лестницы. Ураган бежит за ним, радостный. Ураган уже возле ворот. Решил помолиться перед выходом из калитки. Все, Дашу уже не видно. Наша Паля. Загуляла наша Паля. Вроде не весна, а зима. Она ончи ее коверкает. Ну, Паля, что скажешь? Да, пушистик наш. Вот она как. Вот она. Вот она, пушистик-пушистик. Лапкой-лапкой. Нежная. Не царапнет, не укусит. Да, поле наше поле. Вот, а там голуби у меня тихо ночи. Их не видно здесь. Вот она. Жениха просит. А Игнатий Ханыч не дает им. Пускай сидят дома. Нечего замуж выходить в очередной раз. Ураган ждет. Не дождется. Все. Занял позу ожидания. Он идет Игнатий Тихонович, он сразу насторожился. Калитку закрывает, так как время еще рано. Это вот на завязке он делает, завязывает. Там прошел под березой. Сейчас вот здесь идет. Сейчас подойдет к лицу. Все, пошел я встречать его. Я сам поставлю. Хорошо, погода хорошая. Ровесник меня провожал.
Я хотел спросить, на холодильнике там я оставлял кости, мне принесли. Там, видимо, были не только куриные, а рыбные, ты их брал? Да, я туда положил. А куда положил? Сюда часть. Где, прямо на полку или что ли? Ну, в холодильнике. В холодильник внутрь? Ну ладно, сейчас я закрою. Да я закрою. Значит, иду кормить урагана. Что у него здесь? Вот кухню показать какая. Вот посмотри, я добавляю. Володя варит картошку мелкую, потом мы ее давим. Я ее толку с морковкой вместе. Вот она много хватает. Большая кастрюля. Вторая. Вот эти рожки, или как называется. И какая остается своя каша. Ее добавляю сюда. Дальше. Специально варится, что отхода рыбе есть кишки проще. И вот она у меня здесь, вот рыбья голова. Вот ее, видать, селедка. Сюда добавляю растительное масло. И которое приносит иногда мясо, я не знаю, где-то отходы или какие, добавляю сюда. И сейчас еще сюда две горсточки принесу. Я называю галушки. Это вот мы тыкву испекли сегодня утром. Свежеиспеченная. Вон от нее кожура еще осталась. Это немного совсем. Вот она какая. Вот падает. Вот из чего она, я не знаю. Ну, что-то там есть мясное. А Сергей Павлович, собакам этим, давал одну эту сухую. А у меня получается каша. Так, подожди. Черная. Подожди. У вас полная чашка. Вы что? Видите, в этом чашка есть. Фил, рыбу надо. Ну, на маленько дам. А, гляди, черная. Черная, смотри. Гляди. О, рыба. Ах ты, тварь такая. Да у них полная чашка, они вот не полная едят. Полная чашка у них. Пускай едят. Я руку-то зря запачкал. Вот. Я-то все перетолку. Обычно возьму, подогрею. Вот такое здесь есть. Но иногда добавляю даже тыквы. Но тыкву тут не возьмешь так просто. На стенках только сегодня сварили. А вот, что ж не возьмешь-то. Вот, иногда я добавляю, сейчас мне дай баночку для вкуса ему. Вот это растолку. Вот считай, сколько. Вон первую баночку оттуда дай-ка. Вот. Это мы ловили гальянов. Они насушенные. О, вот видишь какие. О, хотя любят, как они души не чают у них. Во. Услыхала. На. Ешь. На. Вот гальяшки. На гальяшки-то какие. Вот он гальян какой. О, 5 грамм. О, замечательно. Кошки любят, собаки любят. И мы любим ее. На. Держи. Вот, на. Черная. Держи. Еще на. Еще одного карася. Это. Поля. Держи. И вот я туда ему бросаю, он хорошо ест. Сергей Павлович приехал, верного, говорит, намного стал тяжелее, он аж блестит весь. Я ему сейчас дам там поесть, он нагулялся сегодня. Ой, кошки. До свидания, ушел. С Богом. Сейчас он здесь. Сейчас я подожди, могу показать его. Некоторые ни разу не видели. Кошки как сейчас брызнут, смотри, они еще не видят. Ой, увидала. Подожди, кошачью чашку маленько половинит. Ураган, нехорошо. Ураган. Да вы его оттащите. Это есть. Нельзя чужую чашку залез. Ну-ка, сидеть, говорю. Ну-ка. Ему сидеть, а куда? Кастрюля сзади-то, уперся сзади. Сидеть. Лежать. Стоять. Голос.
Голос. О, молодец. 120 тысяч километров проехал. Немецкая овчарка, его зовут Немец. Ураган. Теперь он официальный чемпион России. На выставке получил медаль там какую-то. Ой, ой, а так смотрят, так и глядите. Паля-то зажалась и сидит. Ой, под... куда еще делась? Храбрость. Ну, пошли мы. Вот он, ураган. Это щепрачная порода, восточноевропейская называлась. А сейчас только немецкая. Все, 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 пошли. Слава Богу за все.